Два человека вошли в храм святому Богу помолиться. Один не смеет глаз поднять, другому нет нужды томиться. Вы мне скажите поскорее, кто больший грешник? Вдали стоящий мытарь или с собой довольный фарисей? Тот, кому никто не нужен, кто лучше всех и всем пример. Или кто в тиши прощения ищет, уставший от греховных дел. Кто прячет от стыда свое лицо, или тот, кто гордо голову подносит. Кто знает сам себе цену, или кто тихонечко прощения просит. Кому Господь протянет свои руки и скажет: «Я простил тебя». Кого назовет он своим другом, приняв в объятия, любя? Сосуд пустой наполнится прощением, а полный ведь налить нельзя. И Бог дал грешнику прощение, Иисуса отдал, мир любя.